Ну что, всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас дополнение к гайду на Клокверка. И, конечно, сегодня, те, кто не видели гайд Клокверка, вон подсказочка, и по ссылке в описании вы также можете посмотреть этот гайд на Клокверка. Что ж, что у нас такое дополнение? Я напоминаю, друзья, что дополнение это у нас какая-то определенная каточка. Она, естественно, фановая, с определенным билдом. Сегодня у нас на Клокверке фановая катка, и, конечно же, мы должны собрать Октарин. Мы должны собрать Радиенс и, конечно же, Молнию. Это основные три артефакта, которые мы будем здесь собирать. Посмотрим, что у нас с этого выйдет. Конечно же, катка должна быть интересная. Ну и пожелайте мне приятного аппетита в этой катке. А вам приятного просмотра пожелаю. Так, Сефиус Мид. Сеф Мид. Тогда низ пойдем, если Сеф центральную пойдем. О, еще и Тинкеросик. Вот тогда вот так вот. Ну, в принципе, я бы так и закупился. Рамит! Вот это. Рамит! Прям вот это. Ну, нормально. И начало же хорошее. Рамит! Я бы соло постоял. Легиона были снова. Нормально. Звербот. Посмотрим, что у нас тут в этой катке будет. Надеюсь, катка будет интересна. Там Сларк. Сларк, Мартретка. Гоу на руну. Sacred Warrior взяли. Нормально. Под БМом. Будет убиваться. Первый артефакт БМ. Конечно же, но в дефолте. Пуш. Пуш не стой АФК, брат. Поехали на руну. А стоит АФК. Темпе, братан. ПБ стынет. Он ищет, где, как в магазины закупаться. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Музычку только элита вспомнит вот эту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пишите, кто понял, о чем я. Иди не спелюсей. Я хочу соло топ. Мне так нравится, когда транслитом пишут. Это так непонятно. Что ребята пишут. Че, есть кто-нибудь? Ага, Криса. С Резбендом. Твоя руна принадлежит мне. Стоим тут, чтобы видеть. Найс, ребята не захотели. О, там Бладсускер. А на топе 4 героя. Вай, во, я понял, какие хуки у нас будут сегодня. Волшебные. Сегодня волшебные хукиусы. Будут. Ну, пуш без второго, естественно. О чем речь? Так, ну Мартретка на линии. Мартретку я не зажучу, но можно будет попробовать ее позадрачивать. Она просто в любом случае скок может выпрыгнуть. Но можно ее оставлять без маны. А кто там? Дабл мид, да? Спарк Леон. Хорошо. Топорик можно будет взять в этой... В этой линии. Я буду фармить тут. Магазин хоть открытый, то радует. Добивать собрался. Парень. О, найс, меня вытолкнуло. А, он, блин, качал. А, может, он вообще ничего не качал. Я думал, он сейчас умрет, на самом деле. Типа изи. Почему нет? Он там с блинком на первом левеле. Кто берет блинк на первом левеле? Вопрос хороший. Кто ко мне идет? Тинкер. Что плохо. Тинкер, это плохо. Странно. Довольно-таки. По Т-шку можем загульнуть сейчас. Блин, койся. Серьезно. One punch? Нет смысла бежать. Абсолютно. Нет смысла абсолютно бежать. Да ты не догонишь ее. Че ты не делай, ты ее не догонишь. Лол. Ага, он лазером задушил. Нормально. Но все-таки импакт есть, задушили. Импакт есть. Так, сапожок. Хорошо.
Хорошо. Не хотела под тавром триггерить. Тавр зажать там. По-моему, не доставал. Не знаю, не хотела зажимать. Наверное, надо было зажать. Я уже, в принципе, не помню эту ситуацию. Я ее отпустил. Так, ну и что? Кстати, напоминаю, ребят, что такое дополнение. Дополнение — это фановые катки. Фановые. То есть с фановым определенным билдом. Так что... Ну, этот билд рабочий. Я не скажу, что он, типа, не работает. Этот билд рабочий и фановый. То есть можно и так рассматривать его. В принципе. Держите в курсе. Так что душим, фармим пока. Так что душим и фармим. Сейчас можно будет подзажать ее. Нет, нельзя будет. ЦЦ мид. ЦЦ. Регенерейшн. Сэф койлы сливает, лишь бы регенерация побольше захилила. Фазы, ребят, фазы, фазы, фазы. Фазы сделаем. Ну тут прифарм. Фазы. Будут, будет все окей. Наверное, ганганем что-нибудь. У нас тут в хейле. Full free. Хорошо. Так, есть. Можно на мид, в принципе, выбежать с фазами. Можно. Тинкер соло, по идее, тут отлично выстоит. Знаете почему? Потому что у него изи получится. Просто дать ей первый. Она ничего не сделает. Сэф там на все койлы торгует с пацанами. Нет-то. Гоу-гоу в спину. Леона точно забрать получится. А, ясно. Если что, и первый, да, и все. И все. Я иду обратно. Да лол, как не зажало-то, ё-моё. Я не поверю. Ну, следующий страйк фаз. Хорошо. Мы вернули преимущество. Побежали. Как ее не зажало в упор, вы видели прям? Ну, это механика когов на этой карте. Они иногда криво работают, ребят. Вы сами видели. Офигеть, как можно было не зажать, да? Я прям в нее забежал, нажимаю С, а результата зеро. Получается что? Получается что? Кинкер хитрый, тоже хочет ласт-хитить, но у меня дэмэджа больше на ласт-хит, тем более еще и фазы сейчас. Фазы. Хорошо, есть. Опа, сларчонок. Ой-ой-ой, ну вот опять, смотрите, как зажало. Это мой клиент. Хорош. Отлично. Урна вещь. Кто против, пишите комментарии. Урна не вещь, урна говно. Попайте. Хорошо. Все, го на базу. Сейчас на топ, наверное, можно сходить будет. Да, на топе надо. На топе надо. Вот там, yes. Так, ботлик будем брать или нет? Стефа ботл. Давайте возьмем, пофиг. ТПшку. Смока возьмем еще. На топ можно. О, еще ТПшечку. Сейчас пока ночь, можно работать. Гоу, без укшота зайдем. Go. Я хуск пойду искать. Го, фьюас. Не надо фьюас, надо прям фьюас.
Братан. Ой, найс, ты зажимаешь на клоке на своем. Ой, на клоке. А есть. Отвратительно. Сладкий. Пяс, говорит. Видели? Nice mans. Вот это что было? Это как понять? Типа no, no logical на самом деле. Типа no logical. Что с этим креветкусом не так? Иди сюда. СФ, только не... Да что вы все у меня стилите? Стоп. Стилы. Стоп, стилы. Еще урну кинул. СФ с хостой. СФ с хостой. Кресиные истории это называется, когда работаешь, а получается не дают работать нормально. Кресиные истории. СФ койл не качал. Тройку койл. Да дерись ты с ней уже, что ты ее боишься? Я бы сейчас орнул, если бы. Под колодец будем кидать, да? А, нет. Под колодец. Крысиные истории, это называется. Застилить прыжок не хотите ли? Хотим. Кариды повышенные там. На помощь пришли. Пуска с ракеты убить, это что-то из области фантастики. Что? А, Мартретку убил. А, ну пойдет. Я думал, Хускару залетел. Там Мартретка. Ешь по карте, не видно. Я смотрю, пустой кружок в этом раз. Враг пришел. Я думаю, а, я понял. Найс. Че, круто. Хороший мегакил, ребят, согласитесь. Я сам не думал, что попаду. Но попал. No logical. Так, ракетка уже 160 урона. Давайте сюда. Хорошая, по идее, ракета. Залетит на ура. Конечно. Прям хедшот. Тупо хедшот. Под Т-шку пойдешь, да? Нет, пойдет под Т2. Или под Т-шку. Под Т2. Он еще мансить тут будет, поэтому сюда кидаем. Мансить тут влево-вправо. Там кого-нибудь забрать может. Вряд ли попаду, да? Мартретка. Пойдем сюда. Эта ракета тоже не попадет, не будет уходить. Я попробую задушить что-нибудь. Вот имеем. А где я? А почему? А у меня же нету левела. Понял я. Но должен догонять. А это очень рискованная то, что, тема, что я сейчас делаю. Ой-ой-ой, еще армлет пришел, да серьез. Это называется, знаете как? Это называется, когда все наперекосяк. Ты вот здесь уже налажал и бежишь как даун. Бежишь и умираешь, никогда так не делайте. Да, ясно. Ну еще и армлет прилетел, типа это вообще из области фантастики. Ладно. Ладно, хрен с ним, отпускаем. БМ бы, блин. О, жесть, как же я сейчас лоханулся просто люто. Вы прикиньте просто. Мало того, что я сдох как дебил, так у меня БМ уже был тупо почти. Добей БМ, иди убивай. Нет, надо пойти пофидить. Еще хукшот хрен куда летит. Жесть, вот это лох я, конечно. Это я, конечно, лох. Ребята, вот это я, конечно, лох. Ладно. More gold is required.
Хрен с ним, соберемся. Так, сларки. Тларков я уже не убиваю. Шадоу-дэнсы там всякие, танцующие. Есть у нас БМ. С БМом попробуем Хуска убивать. БМ делает у нас еще пацанчик. Опа. Ой, хорош, господи. БМ не дали нажать. Стан, да ладно. БМ нажать. Да блин, опять я накосячил. Ля я лох. Сразу хикса дал. Я сейчас наду... А, одна секунда стана. Блин, вот это я лох. Вообще жесть. Что со мной не так? БМ нажать. Ну стан, одна секунда. Пока когами закрыл, С нажал. Нету времени. Прикиньте. Хекс сразу в лицо закинул. Блин. Жесть. Я бы там выжил. Сразу бы там Хускар бы умер. Потому что он в БМ стоит, бьет, не понимает, что нужно делать. Жесть. Ну, две смерти, два косяка. Вот вообще тупо игра, вот знаете, пошла вот не в мою пользу. Гоу фармить лайн, потому что, типа, 9 левел, хукшот коротенький, 13 минута. У меня самый лоу левел на карте. Лол. Вот так вот, пацаны. Никогда так не играйте, как я сейчас играю. Никогда. Жесть. Вот это, конечно, лохота. Ладно, хрен с ним. Будем стараться хотя бы некстом. Отлично отыграть. 10 уровень. В студию. Ребята там драться собрались? Не-не-не. Так не пойдет. Что там? Махачкала там на связи. Сюда ракету подхукает кого-нибудь лучше. Не подхукивает. Не хочет. Наконец-то хукануло. Додумался, что можно хукануть. Я эксплис тут. Вообще пофиг. Секер на топ пошел. Секер вообще для меня фрифраг. В любом раскладе. Там леса колотит, что ли. Хуск. Армлет ПТ просто. Ракета полетела под Хускара. Not bad, not bad. Ну, C not bad. Не успеет долететь. Ну, вы поняли. Так, на миду что-то веселое. Гоу смотреть, что там. Так, Мартретку убили, да? Блин, варды нужны. Вард. 11 есть. Хорош. Как я и рассчитывал, об Когу ударится 100% необходимо. Когу разбил, чел начинает выходить, Когу врезается, потому что проходит криво. Так, ну, лучше не рисковать тут стоять, тем более без варда. Души в БМ. Лол. Лол просто. Братанчик, ну ты чего? Все, удачи на моей стороне. Ухожу на ТП, типа, вы поняли, да? Professional Gaming, АБМ, чел убивается, жадность его губит. И он, типа, такой, блин, не хочу, чтобы он ушел. И убивается в БМ, сам умирает, я ухожу на ТП. The Classic. The Classic. Так, ну тут два хедшота, кстати, с ракеток было уже. Кстати, к слову. К слову, два хедшота с ракет. Найс хук называется. Эй, АБМ назад зачем? Не надо меня убивать и теперь. Если она быканет, она отсосет. Она с таким затаром меня не потянет все равно. Эх, я поздно дал ракету. Поздно дал ракету. Фармим Радиант с некстом.
О, кто-то еще идет там. Сикер. Сикер идет. Стоп. Я мог ультануть, но не ультанул. Это хорошо. БМ на сикере, я там убиваюсь. БМ с мастрайдкой. Надо было сейчас зажимать. Сикера. Ну это стил. Стопэ стилить. Это стил, я там соло подрабатывал. Ну ТПшки спасают. ТПшки рабочие, ребятки. Рабочая схема. Так, мартретка, там промахи. О, Сларк, смотри, что делает. Лотар. Вот оно что. Лотар Сейдж, Сларк. Мартретка грязная такая. Тупо грязная мартретка. Ай-яй-яй. Это заявка на победу мартретки. Мой косяк. Бежать, бежать, бежать. Мой косяк. Там нету раптуры пока что. Попробуем забрать с этого. Это все. Найс. Жесть. Крит в БМ. Крутотенечка. Крутотенечка. Хукшотом не попал, но нормально. Ситуация ровная. Так, 3К. Там Сларка. БМ. Добиваем. Бля, ес. Фулл прокаст. Нормально. Каурунку завардим. Блин, веселая игра на самом деле. Веселая, серьезно. Я не думал, что я мартретку убью. Она сама себя убила, дагерами. Йоу, искать кого-нибудь. 3-400 у меня есть. Чуть-чуть остается, да, сакры, да. О-о-о. Тинкер Тревел 2 взял. Я помогу. Стой, ну ты чё? Я не буду тебя суицидить, брат. Ясно. Найс, каеш. ТП придется делать. Путь только что заруинил. Честно говоря. Ждем бы. Хорошо. Можно на базу. ТПшится. КБ, КБ говорит. Да не нужно тебе БКБ, братан. Блин, как же меня ТПшки спасают. Жесть. Вот хитрюги, блин. Так, Сларк, конечно, будет проблемой. Лотар равно неуязвимость. Радик у меня почти есть. С Радиенсом можно будет мартретку легче убивать. Так, минус 4 крипа там дал. Хорошо, ну пуш, конечно, руинер. Давай я помогу. Уже ракета. Стоп, хукшоты. Да с... Ля, мансует, вард на руне стоит. Он сбил его, да? Хорош. Я прогулялся, пацаны. Сори. Я прогулялся. Сларк. Ливончик. Гоу, дофармливать? 300 золота, ребят, всего. 300 золота. Немного Радиенс поздненький. Уже ничего не поделать. Ох уж этот пуч. Что я хукшотом кидаю, что пуч в этой катке. Конечно, люто. Что этот пуч, руинер. Так, ну что?
Давайте попушим. У нас ни один тавер не спушен еще. Почему бы не попушить? Это наш запас золота. Хорошо. Слишком много их. Я попробую. Хорошо, что я его простанил. Хорошо, что я его простанил. Так, ну с Ларка боюсь. Ой, ну это GG просто. В такой ситуации мне просто никак тут не выкрутиться. Раптура, Сларк под ногами. Но разменяли пацанов. 5 в 2. 5 в 2 просто. Плохо. Молодцы, молодцы. Ну жалко, жалко, ребят, что умер сейчас. Но шансов не было. Так, нам нужны варды, дасты, сентри от Сларка. Сларка, кстати, как-то надо будет контрить. Давайте возьмем парочку сентрей. Это первый момент. Второй момент. Промаха даешь. Даешь ракеты, реармишься. Чел на мартретке умирает. Все. Прикольно. Тинкер, кстати, молодец. Тревел 2 сразу на команду. Умничка. Красавчик. Нормально делает. Сеф Лотар. Там молодцы тоже, ребята. Хорошо отыгрывает Леон. Дает хекс. Все как надо. Хускара тяжело пробивается уже. Ну, с Радиком сейчас полегче чуть будет. Но все равно вы видели, как я под тавером его пытался убить. Леончик запутался в контроле. Так, вот это вот так вот. Это вот так вот. Погнали. Сюда. Давайте сделаем еще вот так вот. Ой, опс, не дали, да? Ладно. О, Хускар там душит. Сейчас сразу хукшотать будем. Хорош. 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 Где там мои сентри? Так, Радиенс есть. Радик есть. Радик Радиенсович. Теперь наша задача. Что купить далее? Конечно же, Октарин. После Октарина молнию. Да можно даже сейчас молнию сделать, а потом Октарин добрать. Давайте сейчас молнию, потом Октарин доберем. Молнию, потом Октарин. Сентри есть на Сларка, если что. Сикер у нас контрит нас хорошо. ПшечкиПшечки нету. ПшечкиПшечки нету. Но если Сларк вылезет, по идее, я его передамажу. Вот, тем более сейчас с Радиком. Оп. Оп. Кто там? Хуск. Ну, братан, тут я не буду прыгать тебе помогать. О, цегеге. Нет, брат. Помощи там не будет. Там умирать тоже. Тупо умирать там тоже не хочется. Эх. Вот это очень плохо, что сейчас тут под хуском мы. Вар поставили, да? Нет. Нормально, Сларк хотя бы убили, но могли двоих выбрать. Или двоих забрать. ЕС забрал зачем-то руну. Ну да ладно. Фармим дальше. Что там, Мифрил? Молния есть, да? Отлично. Сам крючок тут к нём. Молния имеется, пацаны. Но сейчас еще апнутая молния. И Октарин сама. Сама пушка. Это Октарин будет до кучи. Ой-ой-ой. А, найс. Собрали, называется, артефакты. Ну пусть собирается, летает курьер. Портретка там.
спуске. Вот тут вот. Так, молния имеется. Хорошо. Тут в этой катке, кстати, будет круто этот билд. Он зайдет. Нам дают время его сделать. Только нужно все выфармить. И руну забрать сейчас надо. Этих пацанов. Дайте, дайте, дайте. О-о-о. Если долго-долго-долго, долго-долго по дорожке. Чипалаху получить. Хочется немножко. Так. Идем в центральную. Если там будут дасты, сразу же хукшотаемся куда-нибудь. Кривет вас. Думает, безнаказанно уйдет оттуда. Давайте запилим тут крипов. Все, Блатар ушел, равно неуязвимость. Хорошо. Блатар, равно неуязвимость. Лотар равно неуязвимость, он опять пошел. Потоп. Сасер. А, там не только сасер. Там вся компашка. Там весь парад пошел. Так сказать, так, этих стакаем. Люблю Радиенс. Блин, даже не представляете, насколько я обожаю этот артефакт. Для тех, кто любит фармить этот артефакт, просто муа. Хорошо. Ребята там драться собрались в меньшинстве, да? Опа. Пуски. О, летит туда все. Кто там? Сларк. Но честно, не хочется так цеплять в наглую. Прыгать абы куда. Опсы надо. А бы куда туда прыгать, честно, не хочется. Лучше дофармливать. Они на топе решили табор забрать. Пусть. Пусть забирают. Я тут два крипа бахну. Еще вот тут сейчас молния апну уже. И надо будет подраться, пока хуска БКБ нету. Но надо драться так, чтобы... Успешный файт был. А не абы как. Желательно без разменов. Молодец. Два гоблина работают. Гоблины в здании. Жаль, только ТПшки нет. Сейчас ботл в помойку выкинем. Ботл в помойку. Как раз руна и... О, ботл выкидывать. Хорошо, молния апнута. Все, next там Октарин. Билд закончен. И ТП-шку надо носить от Сикера. 20-й левел в студию. Так, молния имеется. Молния Маккуин. Тинкер нас покидает. Завис? Да, завис. Завис, парень. Варды тут стоят. Куда под него прыгать, конечно. Молнию ему можно дать. Печалька, что Тинкер вылетает. Очень потно будет, если он вылетел. Нормально помогает, очень хорошо. Ракеты, ракеты, ракеты. Там сейчас БКБхи купят. Надо будет линку сделать, наверное. Звердота. Звердот. Как бицепс болит после тренировки. Ребят, те, кто видели тренировочку, расписал в инстаграме на бицепс, что можно делать, что я делаю конкретно. Ну, обычную просто тренировку. И все. Так что я расписал. Не забудьте посмотреть, кто не видел.
Я не хочу его кикать. Вот этого пацана. Можно? Хорошо. Зачем? Кто там Тинкера тпшит? Кто там Тинкера тпшит? Умеете на нем вообще играть? Ой-ой-ой. Там надо гитбэк. Побежали бегать, что делать. Ракетка будет. Так, надо хилиться, сларк под ногами. Есть хукшот. Тинкером кто-то могет. Так, есть мана у меня, да? Хорош. Уходим. Тарин некстом. О, сларки. Ставим коги. О, Рега. Мне бы ману. СФ. А, понял. Понял. Понял, на базу иду. Тинкера. Пуч Тинкера раздевает. Пуч. Зачем ты раздел его? Он глупый. И СФ себе что хочет забрать? Непонятно. Стики, дайгер там СФ, ну крысятины чисто, самые настоящие. Кипетер, он продал все, а, он забрал. Я у себе закрысим ботл. Стики, хотя бы, чуть золотишко. ОБКБ. Ох уж этот хускер, хускар. Ох уж задушил меня он. Захилимся. Еще один где? Чего один? Можно было его отхукшотить, ну, простанить, когда он в БКБ. Но я, если честно, собирался немного по-другому сделать. Я собирался уйти хукшотом куда-нибудь. Но, как видите, не удалось. Там прокаст я сдал. Лютый. А я все в том же лесу. Октарины ковыряю. Сейчас октарины уже. Пойдем драться. Он стопом. Есть почти октарин. Хорошо. ТП-шку пока оставляем. Вдруг кто-то придет, сларк какой-нибудь. Кажется, я сларка сейчас не потяну. Так. Хуск. Нету хускара нигде, да? Ага, вон он. А, это сларк. А че, не ультанул? А, маны нет. Маны кончились. Хорош. Хорош. Все, Влатар ушел, да? Непобедимый. Жалко. Жалко. Парень непобедимый. На сларке. Гем надо. Для ШСФ делай. На рокле. На чиле. Мне ОБКБ там. Честно, не хочется под его ОБКБ нырять. Гемчик надо. Но сейчас Октарин сделаю и гем возьму. Ринч, гем. Что там Пудж делает? А, браконьерством занимается. Опа, на низу веселый челик. Но у него Лотар, видите, тоже Лотар гейминг пошел. Гем надо срочно. О, хорошая фарм. Руна. Фарм руна. Хорошо.
Хорошо, помогать. Оп, зажали пацана. Как же долго эти коги стоят. Я тут все с этим хожу АФК. О. Короче, пацаны, гем надо, все лотарщики собрались в ВС. Октарин гем, все. Октарин уже есть. Жесть. Просто в лотар заходят неуязвимые, пацаны. Так, продаем вот эту срань. Есть у нас октарин. Хорошо. ТПшка. ТПшка. Октарин. Запарился я в этой катке, блин, хукшоты скидывать просто так. Есть. Точно. С ФМКБ просто. ФМКБ. Сейчас гем надо нафармить. Гем нафармлю. Гэм. Кстати. Гэм, кстати. Кто знает, тот поймет. Так, 700 золота. Гаррет. Кстати, гэм. 800 золота, да? Мне, походу, варли придется поставить, да, даже еще. Сларка, что там, Silver Age, да? Не страшно. Все, есть гэм. Гэм, поехали. О, свежий крипчик. Жалко, что никто не хочет опс поставить. Пинкера просить. Там фускар даже с опсами. Ес, опсы не хочется, пуч. Опсы поставьте. Ес или пуч. Опа. Имеем. Тут опс стоит. Эдваго. Гем есть сейчас, с гемом совсем другая игра пойдет. Крис. Стой, Криса. Все, ушел. Ушел. Сейчас бы Сларка ночью без гема ловить. Вот, типа, купите хотя бы какой-нибудь детекшн. Вот вы представляете, насколько это имбово на 1 КПТС. Полиончик. Я бы им нажал, в принципе, это главное. С руки уничтожим. С руки уничтожим. Так, молния есть, все есть. Го, там, тэшки. Тэшки. Сларк драться не будет, видимо. Будет бегать от нас. GG, можно в ХГ прям сейчас. ХГ прям. Можно, можно, можно в ХГ. Хорошо. Full speed ahead. Го-го-го. А меня не убьет, у меня очень много. Слишком зажаристые. Пау. Ну, можно было бы сказать на вставочку. Но не на вставочку. И сюда. Драться.
Кто кого в БМ убьет? Yes. Гем, брат, забери. Ару. БМ. Парень БМ БКБ нажался, я убился. Убился просто на вставочку, как говорится. Найс. Так, 2700 у нас есть, но гем надо, чтобы кто-то забрал. Я бы добрал себе еще какой-нибудь артефакт, да даже глиммер я бы взял бы себе. Знаете зачем? Вот для вот таких случаев. Там не будет детекшена, как и у нас, в принципе, в целом. Гем на базу. Неси. Yes. Пуджа продай. С пуджа вываливается мясо. Спирк. Все, ГГ. Ну, жесть. Я думал, я Хуска убью. А че он в БКБ плюс еще Magic Resistance? Эх, тяжко. Молнии должны лететь, типа. Если 1 на 5 нападают, молнии и Radiance летят, там ГГ очень много урона. Плюс это все под хилом, то почти невозможно убивать. Так, 22 фрага имеем. Кстати, 4 смерти, немного. Немного смертей у меня. Но несмотря на то, что эту игру я вообще отвратительно отыгрываю, кстати. Кстати, да, отвратительно просто отыгрываю эту игру. И, как вы видите, тем не менее, очень хорошая КДА в команде. Даже и ассисты есть, и фраги. То есть получается так, что везде и всегда успеваем. Гем где? Есть где-то гем оставил. Не вижу гем. Покажите. Ага, вижу. Вижу гем. Давайте травел купим, может. Тревел. Так варды никто не хочет купить. Господи, как же тяжело, наверное, варды поставить. Тяжело, наверное, варды ставить. Так, на топе двое. Мортредка с глиммером. Опа. Креветкус. Ну, толку его зажимать. Не вижу. Мортретку можно попробовать подушить. Раз. Ракетка. Ну, рано, по-моему. А, нет, нормально. Раз, ракетка. Примерно вот сюда два. Вот сюда даже. Два. А, нет. Рано слишком. Че, нет, там у нее ПТ-шка. Не убью. Отойти. О, драка пошла. Пошло дело. Чем ты меня выхукал? Видите, фулл хп. Просто я думал, сейчас тут будет жестко. А там казалось не жестко вовсе. Фулл хп. Ух, что эти сларки ночные. Вижен даю, чтоб не убежал. Не. Наконец-то. Так, ну го, Мартред там одна. Команда, да, конечно, поймать никто не может, сларка гема нету. Лоу, хп, табор. ХГ снесем. Куда ты? Не надо, оставь. ХГ снести. Аганим бы купить, Моншард. У меня еще тут БМ. Очень много слотов. Еще очень много слотов. Надо уходить. Надо уходить, братан. Как говорится, инициатива наказуема, товарищ Пуч. Я пошел. Как обычно, кто-нибудь напишет в комментариях. Слил Пуджа. И ушел. Лох. Он сам прыгнул. Если что. Если что, он сам прыгнул. Сам прыгнул, не справился с управлением, врезался в столб. Так, аганим надо. А можно аганим, в принципе, не делать. Еще что-нибудь можно сделать. Лютое какое-нибудь. Абиссом, например. С Ларком драться и с Хускаром драться. А так спид хороший. Да.
Темная ночь, а вардов так и нету вообще. И не будет, наверное. Если бы я скупал варду, у нас уже, наверное, вардов 30 было бы. Эту карту можно было МХ расставить тупо. Тупо МХ, вардинг. Так, ну на самом деле, слоты у меня есть. БМ можно заменить. Вообще на БКБ если заменить. Да им КБшку бы сделать. Пуска надо чем-то пробивать. 5К у нас имеется. Гем же, блин, Пуджу отдашь, он же фу отдаст сразу же. При первой возможности. Где там? Скакал. Сикер. Угу. Лес пошел на соло. Гоу драться. Жесть. Задушено. Еще вот сюда можно. Сикера. О, там он Сларк. Сларки. Кусай его нафиг. И тебя вылечим. ПМ. Так не пойдет. Ну, так пойдет. Давай, давай. Сейчас обкоги его. Да. Хорошо. Работаем, так сказать. Опа, я тоже, давай. Хорошо. Так, ну что, гоу сюда. Гоу. Огоним. Аганимус. Прикольно ломается все же. Аганимус есть. Давайте еще. Он шард докупим. Пулпаки у нас есть. Кем отдаю. Yes. Забери Гемус. Так, он шард есть. Аганимус есть. Боже, ЕС такой вообще пофиг ему. ГМ! Напишем, он же украинец. ГМ! ЕСИ! Я не... О, найс. Отлично. ГМ, ЕСИ. Я написал ГМ, ЕСИ, он сразу подобрал. Он просто не понимал, что я ему пишу. Дал написать ГМ. ГМ, брат. ГМ. Опа, пошла драка. Драка пошла, ну-ка. Молнии есть? Можно поесть? Ай-яй-яй, слишком много. ПМ можно? Ну, это косяк. Такой хукшот. 1-3 тупо челы напали. Вот это хукшот уже хороший. Так. Надо вот так подбайтить. Заказ с ума, да. Маску чаще его, может? Не хочешь? Но я угар. Ах, что так лучше. Ах, что так лучше. Гэм. Или как разнес троих, фул хп остался. Давай, трипл килл, а меня убьешь еще раз. Ладно, под хукшотим. Поехала, гэм. Драка, хуск против. Ах, вот это разнесли. Ха-ха-ха. Чисто. Хуск резнулся. Байбукаются, пацаны, байбукаются. Сейчас КДшки откатятся. Но соло не хочется прыгать туда.
Ого. Пыщ. Оу, щит. Но я буду хилиться тут. Не, Акторин. Или не буду? Не буду. Ес, ну помоги же, братец. Или сложно? Ес! Ес, братан! Вообще ничего не нажал, ес. Просто пробегал в инвизе и сейчас прыгает. Ай, гг, ладно. Друзья, вот такая вот у нас катка получается. Вот ес вот такой вот у нас. Гэм. ЕС просто сливает столько красивых мувов, жесть. ЕС, что с тобой? Фиссуру дать, алло. Не захотел он фиссуру давать. Блин, на такой момент прям я так врылся в пятерых. Там прям. Ну отхил хороший идет все равно, вы видите сами. ПМ еще нажимаешь. Допрыгнуть хотел. Молодец. 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 Тебя в комментариях... захейтят за твой врыв, который так и не состоялся. Молодец. Отвратительно я сделал. Можешь помочь просто. Я бы разнес по красоте. Кантбен. Мартрайт, когда БКБ будет? Че у нас по фиду? 6 смертей, да? Плохо. Беги, пуч, беги. Просто кусает его, куски мяса. Вот так чисто от него отлетает. ГМ у ЕСа там, ГМ. ГМ ЕС, ГМ. Так, но у меня еще возможность будет себя проявить. Так, врывается у нас тут Леончик. Леончик дает фингера. Пуджу. Проткнули Пуджа. 30 секунд, Реса-то. Что так долго? Я хочу играть. Дайте мне ворваться в пятерых. Главное, чтобы БКБ-хи еще там не жали. Я же раздамажу жестко. ГМ. Так, 20 секунд, пацаны, боевая готовность. Нужно прям в пятерых ворваться. Вот эта катка, конечно, она такая, знаете, она менее такая, ну, удачненькая, но и тем не менее веселая все равно. ЕС прикольный, мне нравится. О, БКБшка минусом, поехала, поехала, Хускар. Накидывать стрелы, дефтись, дефтись, ребята, дефтись. Я не хочу, чтобы вы проиграли. Раньше времени. Вот так уточним. Так. Опа, опа. Пошел. Пошел раздамаг. Сюда. Сюда. Ломаем, пацанов. Хуска душу. Просто хуска душу. Гэм. Оп. Чисто имба-молния залетела. О, заказ у мадам, говоришь. А толку-то? А толку? Ну, это жестко. Это жестко. Сейчас Сларк меня вылазить будет убивать. Давайте когами закроемся. А, не, он на базе стоит. Все. Ребят, ну на самом деле, вот такие вот интересные катки у нас вышли. Не знаю, надеюсь, вам понравится. Это дополнение гайду на Клокверка. Такой билд мы лютенький немного собрали. Ну и пацаны молодцы, что все вот так вот у нас удачно сложилось. Гоу, закроем его и душим. Хорош, забрали его душу. Вот такой вот у нас билд получился. Пробуйте тестить Ифанова, очень живучий билд, если бы ЕС еще помог, вообще сказочно было бы вообще по красоте. Ну вот так вот, полоховались немного в катке, но и тем не менее, как видите, игру заканчиваем с хорошим, так сказать, КДА, но игра не лучшая, не лучшая. Друзья, очень много мясовых хукшотов, но в целом, я думаю, вам, ну, может и понравится. Друзья, напишите комментарий, понравилось или нет, адекватно отнесусь к этой критике. В общем, это все, друзья. Ну, кстати... вот эта катка, и есть еще одна катка, не знаю, буду ее вставлять или нет, она очень-очень-очень жесткая в плане того, что она вообще неудачная, но потная, с выигрышем, тоже интересно, я, наверное, ее сюда вставлю, тоже посмотрите. Ладно, все, друзья, всем спасибо, с вами был Ксеназ, если что, следующий видос, возможно, будет после этой каточки. Всем привет, дорогие друзья! Что ж, это у нас дополнение к гайду на Клокверка. И что ж, кто не видел у нас гайд на Клокверка, это, конечно же, вот тут вот можете посмотреть по подсказочке. И, конечно же, по ссылке в описании также можете посмотреть этот гайд. Что ж, так как у нас это дополнение, друзья, напоминаю, что такое дополнение. В дополнениях мы будем делать бешеные вещи, конечно же, какие-то необычные билды и, конечно же, какую-нибудь фановую каточку. Конкретно в этот момент мы будем собирать на Клокверке Акторин. Конечно же, соберем Радиенс и Молнию. И посмотрим, как все это работает. Это такое небольшое дополнение будет вам. Ну что ж, посмотрим, что у нас выйдет. Надеюсь, каточка будет интересная. И
Поехали. Пожелаю всем приятного аппетита и по вкусному вот этому яблочку давайте вточим. Че я несу, не знаю. Сорян, я уже просто 20-ю в 70-ю игру играю. Так, закупаемся вот так вот. Погнали. Мангусик есть. И идем в центральную. Иншокер. Я в центр пойду. Посмотрим, или если инвокер хочет, надо будет уступить ему. Если инвокер хочет. Ну, на ботом я не хочу идти, честно. Сможешь? Я могу. Хорошо. Стоять. Хорошо. Я вынесу химика. Через 10 минут. FF, да? Не, нормально. Так, ребят, напоминаю, что это фановые катки вот этой рубрики, можно так сказать. Но это не рубрика, это дополнение, так и будет у нас называться. Дополнение к гайдам, это фановые видосы. И, конечно же, надеюсь, они будут очень интересны для вас, так как я провел опросик. Конечно же, в самом гайде написали в комментариях, ребятки, да, давай попробуем, давай посмотрим. И, конечно же, я с радостью запишу для вас этот видосик. Если вы смотрите этот видос, значит, это будет очень интересно, очень потненько и очень годненько. Так, у нас там Патма, Угур и вот этот вот неприятный алхимик, Пудж. И, конечно же, у нас еще там есть Легион. Посмотрим, как у нас все будет происходить. Забираем руну, покупаем сразу же варлик и идем душить алхимика. Внизу мы не наблюдаем. Не наблюдаем Пуджа. Ага, на топе. Все, Пудж вытягивает, работает. Ну, драться, братан, на некре. Только драться там по-другому уже, ну никак. Ну никак, бро. Хилы по КД, брат. Эх ты. Фигерок мой. Ладничка, ничего страшного. У нас алхимик на миду, монетка у нас есть. Попробуем на втором, на третьем левеле парня поддушить. Посмотрим, как он у нас ластхитить будет. Опа, пытается моего крипа сразу забрать. Сразу видно, парень вроде чуть-чуть соображает. Это радует. Оп, не дали ему добить крипа. Сразу не дали ему. Криса. Давайте поразминаем немножко. Хорошо. Опа, Ацидик пошел. Оп. Добиваем. Крипчика переагр. Хорош. И вот этого добиваем. Отлично. Он, несмотря на то, что апнул сейчас третий левел, у нас тоже все хорошо, в принципе, все хорошо. Но этого не добью. И сейчас на третьем левеле попробуем быкануть на него. Главное хилы иметь. Сапог, погнали. Сапог. Будем иметь. А это плохо, что он так крипов переагрил. Для нас это плохо. Для нас это плохо. Пусть крипы уйдут под него туда. А, не хотят. Так вот, значит, да? Стой, бро. Мне в сапог, который только дошел. Нормально. Стоим. Уверенно, в принципе, стоим. Погнали на руну. Значит, на руне будет. Да? Отлично. Сейчас убить даже можем. Нет, норм. Отзонили. Хорош, монетка. Отлично. Это фражочек. Кстати. А нет, показалось. Молодец, понимает, что надо под крипов уйти. Понимает. Тычкует как может. Но это временно. А цит это дело такое. Сейчас с следующего захода должны убивать его. Не дает, даже не подставляется. Молодец. Молодец, алхимик. Че, цвет есть, братан? Гоу. Это уже конечное, бро. Какой стил на инвокере? Ну вот это у меня проклятие какое-то. Вы не представляете, ребят. Сегодня я сыграл уже 3 или 4 игры, и каждый раз инвокер вот так вот стилит. Это ужас какой-то.
Я просто хочу в такие моменты выходить с игр, потому что он меня только что ботл забрал. Просто ботл забрал. Жесть, я размениваюсь хитпоинтами. Хочу купить ботл. Не дали. Я хотел помог. Не помог. О, я еще и сдохну, да? Ты у меня ботл забрал. Своим стилом. Жесть, ребят. Жесть. Но это ГГ. Это ГГ. Как слить металл-химику? Конечно же, чтобы инвокер застилил, забрал ботл мой. Я по-глупому сдох, ребят. Ну, а что поделать? Ладно, потеем. Что нам остается делать? Опа, надо за ним бежать. У него нет сапога, надо ловить. Надеюсь, не какая-нибудь хоста у него там будет. За монетку. Иди сюда. Только не надо мне, я хотел помог. Ну, 5 секунд, да? Хорошо, ботлик вернули. Пойдет. Пойдет. Хоть так, я не знаю. Ну, потому что это жестко. Инвокер, конечно, поднасрал. Никогда, ребят, так не делайте. Если видите у мидера, как бы вот такая ситуация. Там изи фраг. Просто жесть. А он пишет, я хотел помог. А в итоге сделал намного хуже. Эх, чуть-чуть не хватило. Чуть не хватило. Ну, ничего страшного. Подстилил. Ладно уже, хрен с ним. Надо до армлета чемиста несколько раз шпекнуть. Опа, там лоу хп, да? Была бы какая-нибудь хоста. Опа, тьма. Четвертый левел, смысл, хукшотную, и она прыгнет. Армлет есть уже, нифига, четвертая минута, ну просто задрот на алхимике. Профессиональный задрот. Теперь я его точно не убиваю, ну тем более с ультимейтом. Шансов вообще не будет его убивать. Был бы он без ульты, да. Другое дело. Без ульты, да. Без ульты изи. С ультом никак. Чапалах он меня под ацидом даст. Нормального такого. Все, отходим. Отходим. Собираем фейзы. Ну, слил я мид, знаете, в чем проблема? Вот рели, что парень застилил у меня. И далее, что я отдался. Это очень-очень много дало. Очень много дало. Алхимику. Очень много алхимику дало. Я заберу, мне нужнее. У меня все очень плохо. Очень плохо. Так, Чемис там опять монетку взял. Кстати, алхимику хорошо на монетке везет. Это будет ранний радиенс. Это будет очень потно. Тем не менее, ничего с этим я сделать не могу. Тем не менее, с этим ничего сделать я не могу. Гангнуть я его не могу уже. Это ГГ. Молодец. Ставь ацид, чё ты жопишься? Не могу добить крипа даже. Это плохо. Хорошо, есть фаза хотя бы. Но на низ пройдемся. Стараемся что-то гангануть. По тму никак я не гангану. Легу хотя бы как-то. Ого сюда. Ого сюда. Легиона можно будет как-то еще убить. Тут БМ нужно будет собрать еще, кстати, в этой игре. И сюда. Фулл КД слили на него. Это, конечно, плохо, что фулл КД слили, но... Другого варианта нет, ребят. Или так, или вообще никак. Могли вообще упустить и не забрать. Поэтому потно, потно. Потеем. Ацидные алхимики эти. Пузырьки. В чате мне чел писал. У него пузырьки, им балансные. Пузырьки. Ульт специально не включает. Понимает, что. Без ульты. Сайте минерали будет делать. Без ульты он может умереть от меня. Так вот надо. Понимает. Молодец, алхимик. Просто вокер. У пацана ник 1-2 пока, да.
О, Акс у нас фидончик небольшой. Да. Поста. Опять алхимику руна выпала. Монетка, ребят. Алхимик в шоколаде сегодня. Сегодня алхимик в шоколаде. Химик full free. Я его не убиваю. По лесу пройдемся, вдруг там легион где-то стоит. Если легион тут, надо задушить его будет. БМ, брат, сразу. Ну, я делаю, как бы, что поделать. О, почти. О, кстати, он сейчас без ульты будет. Ой-ой-ой, пуш. МХ офф. Пуш, МХ офф. Пуш. Что это там алчемист бегает? У него сейчас ульт кончится. Хорош. Вот этого поймаем. Этого не поймаем. Так, ну алхимика придушили. Пойдет. Сразу в БМ. Апаем левел. Заодно. Алхимик без ультимейта. Изи. В принципе, зажали, победили, убили. Не проблема это все. Потому хрен как убьешь. Выпрыгивать будет. Просто подбежал, постоял, посмотрел. А что еще делать? Нифига там инвокер кнопки жмет. Сейчас быстренько тут крипчиков подметаем. Погнали, пробежимся. Хорошо. На топе весело. Легионы там имбалансные. Легионы имбалансные. И люди абсолютно не нужны. Абсолютно. Пуч сейчас покажет мобхак. Ля, душа пацан. Хорош. Тут плотная будет. Кстати, ребят. Очень плотная будет. Ага. Хорошо. На топе много пацанов, да? А что ты мне вот это делаешь? Крип, не мешай. А серьезно? Ой-ой-ой, ну я умер. Да, купил БМ. Хорошо. Купил БМ, отлично. Успел. БМ я купил, да сфидел. А, жестко. Жестко. От всего этого крипа хукает. Там вот этот пуч. Так, ну все плохо. Но есть БМ. Есть БМ, ребят. Есть БМ, все будет нормалин. Отлично, закупились, все у нас отлично, БХ у нас фармит, СТшка на 11 минуте 560 золота. По лесу бы пройтись. Пацаны там гангают, пуч у нас 8 левел, это очень плохо. Нельзя пуджу очень много артефактов дать и много жира, потому что будут потом проблемы с этим пуджом. Смотри, что делает, просто со склянкой уже бежит. Это что такое? Криса получается? Криса получается. Ну, конечно. Господи, мамки нормлетер. Ну невозможно убить его. Я не знаю, это просто что-то походу имбалансное будет в этой катке. Как убивать, я даже ума не приложу. Тупо чел. Кстати, часто сейчас такие пацаны попадаются, прям рукастые, я не знаю. Хоть и начало сезона, но играть против них очень тяжело. Прям так переармлетить, ну я не знаю. Го еще урну до кучи, чтобы уже 100% на чел не армлетил. Ну потому что... А, GG, BM не успеваю, да? GG. А че сейчас мунлайты были, да? Где? Мунлайт был. Я прогулялся.
Ну, тяжелый старт, ребят, но я думаю, ну, Линка тут в любом случае нужна. Это ГГ. Это ГГ. Жирный пуч. Печально. Аксевич у нас тоже, к сожалению, ничего не делает. Это ГГ. Такой дисбаланс какой-то, если честно. То вот такие качели, то прям и в изи вин, то вот такой вот такие вот лузы. Бля, задиспелил, прикиньте, трек снял и такое. Криса. Прошлые катки все вообще просто в изи вин, а вот эта катка, смотрите, какой дисбаланс. Я не понимаю, как работает ТБ-система. Она сломана, ребят. ТБ-система, заявляю официально, ТБ-система сломана. Она абсолютно нерабочая. Абсолютно нерабочая ТБ-система. Я думал, я сейчас опять сгорю на этого инвокера. Это жесть какая-то. Братец, поможешь что-нибудь? Поделаем? Не знаю, там пожить мне немножко. Ну, можно, в принципе. А, нет, нельзя. Под легионом, под центрем. Да го пофиг. Пофиг вообще. Пофиг вообще. Будем душить дальше. Ты умер, типа. Что с этим алхимиком? Можно вопрос задать? Почему он так армлетит? И не умирает по дурной даже. Я честно не знаю, что с ним не то. Ару. Серьез. Господи. Это ГГ. Ну, тут хелпа нужна. Вместе надо, а не 2x5. Ля, это походу МХ. Это походу МХ, он просто в наглую прыгает и делает все, все что хочет. Походу это чел с мобхаком. Как у него там? Походу это чел с мобхаком, вот этот чувачок. Пуч точно, да пуч точно нет. Пуч что тут при чем? Что-то алхимик слишком странно мувается. Боже, на низу очень много. Давайте сделаем, знаете что, вот так вот встанем, посмотрим, прыгнет он или нет. Тупо чувачок на химике. Боже. Вот это прием. Я понимаю. Вот это прием, я понимаю. Прям ребята меня растрогали. Но алхимик очень странный. Он сюда безвижно как будто прыгнул. Не знаю, им вас, может тут и есть вар. Так, ну что ж. Вроде чуть-чуть отбились, но оппозиция прям жесткая. Очень пацаны лютые. Очень лютые пацаны. Очень лютые, на самом деле. Очень лютые. Но мы им дали чипалаху, кстати. Нормального такого. Но алхимик прям что-то неистово рубит. Сами видите. Но там... сват-брат, походу. Да, как я не забрал, я хз. Сват-брат там, походу, играет. Потому что там стата у чела говно, а плейт он не на эту стату. То есть там этот армлет не на его стату. Он очень хорошо армлетит. Прямо и подурный. Ну не знаю, может так везет, что переключает хорошо. Но очень хорошо клацает. Очень хорошо. Это радует. Радует на самом деле. И печалит, что очень тяжело, очень потно будет. Но в принципе мы здесь для этого и собрались, чтобы потную катку провести. В принципе. Надеюсь, она будет интересная.
Попробуем сейчас радик. Ля, потма. Да ладно. Ракеты. Мог попасть, кстати, в потму. Хорош. Крипи вгоняем. Так, топ прогнали. Зря вы там соло так идете. Мне маны не хватит на все. Кстати, если я туда пойду. Молодцы. Сейчас алхимик будет бежать, да? Наверное. Держи. Хил даем. Опа, чемист. Сможем? Но тут ты точно не переармлетишь, друг мой. Тут шансов нету. Три героя рядом стоят. Нормально. Успокоили пацана наконец-таки. Жесть. Но чел реально очень хорошо все делает. В плане армлетинга. Но он бы знал, что мы тут стоим на подсосе. И... кстати. Не дал бы себя убить. Ну, возможно, вард стоит. Я не знаю. Я не уверен, конечно, в этом. Но возможно. Я там на топе тавр умирает. Все, умер, да? 3600 есть у нас, ребят. 20-я минута, в принципе. Очень-очень тяжелый старт. Очень тяжелый. Такого старта у меня не было игр, наверное, 7 уже. Игр 7, наверное, такого старта не было. Но видите сами. Команда молодцы, тоже пытаются что-то делать. Не добьюсь все равно. Добейте тавр, пацаны. Жду сакреты на базу. Хотя сакрет, скорее всего, и на руну. Давай. Тут же добьют, да? Хорош. Дай боту. Да ну. Так же неинтересно, зачем боту забирать. Ладно, я на базу, понял. Не дают мне. Бля, пуч вообще, чё за хуки? Чё за профессионал гейминг у нас? Бля, арл поймал. Молодец. Сори. Сори, не могу помогать. БХ руну забрал. Маны нет. Не попадаю. А все равно мне умер. Так, потма. Печалька. Почти есть у нас радик. После радика сделаем октарин, скорее всего. Я так думаю, если дадут сделать. После радика октарин делать будем. Все делаем, чтобы алхимик никак не переармлетил. Заметили, кстати. Посмотрим, как он армлетить будет. Да, наверное, все так же будет армлетить, в принципе. Он парень вроде не глупый там. Кнопку на БМе держим. Что надо варды, блин? Без вардов хреново. Так, 500 золота есть. Почти у нас есть. Радиенс. Кто там на миду? А ну зачем испугал? Ладно. Пуч БМ даггер. Плохо. Дагер. Смотри, что делает. У них варды на дефе стоят. Попал? Не попал. У них варды на дефе стоят. Это 100%. Лайт. Опять ару поймал. Парень. Парень вообще ару ловит по КД. Это плохо. Ладно, я отошел. Я отошел. Так, это хорошо. В принципе, пока все норм. Так, радик у алхимика. Но алхимик в любом случае меня перефармливает. Плюс у них еще и файты, ну, прям хорошие, четкие. Четкие файты у них.
А вот я тут косячу. Да, некор. Ракета летит, души его. Эх. Ну, почти. Так, 1200, радик есть. Отлично. Го на базу. Го вместе. Купите варды, пулзы и атаку делаем. У них на дефе варды стоят. БМ леги почти, но он... Легион на самом деле не так сейчас, как алхимик, опасен. Не так опасен. Так, радик есть, ТПшка есть. Погнали. 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 Чекнем Рошу. Может, там Рошан вообще будет падать. Там руна хорошая. Бежали. У нас как раз радик. Я стал хима. Пропылесосим. О, вот так вот. Так, делаем. Хорошо. Топаться на сюда. Там на низу. Чемист. Такого перефармит, называется история. Он лайт. Плохо. Это магаз идет. Главное сейчас тут не сдохнуть. Там он лайт. Оу, там вон пацаны. Ля, куда Акс безбашенно прыгает. Хорош. Хорош. И ты тоже с нами в таверну. Чемист нанизу. Найс, хорошо. Хорошо. Так, ну 1400 есть. 1400 есть. Го, отойдем. Пойдем за ТПшкой. Не знаю, почему ТПшку не беру. Вроде слоты есть. Надо ТП брать. Химик сплитит. Хорошо. Отлично. Дофармили заодно. Пол хп тавр, не страшно. Он сейчас на развороте будет работать, чекайте. По идее, алхимик. По идее, может. Я ушел просто. Ну, может, может на развороте работать. Химик этот. Хитрый же алхимик, по-любе. Смотря на такой армлетинг, он хитрюга вообще лютый должен быть. Оно того не стоило абсолютно с моей стороны сейвить инвокера. Ну как сейвить? Это ГГ. ХЗ, зря я тебя сейвлю. Скади, алхимик, это плохо. Там профессионал алхимик просто. 26-я минута, хоть и не 6 лотов, но он... Смотри, что делает, сразу же заранее склянку напрягает. Это Криса на алхимике, это Криса. По-моему, он с софтом все-таки. Вы не убьете его. Вместе надо. Сейчас взорвется. Ну там этот задеспелит его. 20 секунд. Ну отвратительно, если честно, я отыгрываю эту игру. Зачем я сейвлю этого инвокера? Акс пошел фидить. Молодца, брат. Работай. Акс работает для баланса. Ай, молодчиночка на Аксе. Хорош. Под рипера. Не переармлетит он там. Не переармлетит. Не получится. Под херстопером никто никогда не получал максимального армлета. Че, не зря, значит, инвокера сейвил, да, пацаны?
Тяжелая катка. Я на самом деле тут иду тупо в размены. Тупо в размены иду. Так, пуч. Сколько хп? 1700. Плюс резисты. Мне кажется, я его не... О, если он сейчас себя подпилит. Подпилит, я его заберу. Все, уже поздно. Как крип. Ох, что пуч. Мид собрался, что ли, идти на инвокере? Байбэк, алхимик. Алхимик ББ. Ну вот типа ожидаемо. Ожидаемо просто. Ну нет, у меня ни хукшота, ничего нет. А зачем они там остаются? Это же ожидаемо. Смотри, за мной выехали. Побегай еще рядом со мной. В центре есть. Я видел, что там варп есть, братан, не переживай. Ой, Джоу-йоу. Я зафидил, пацаны. Как его Bloodstone фильмил-то? Ну, закрою. Я сам себя руиню. Сам себя руиню просто тупо. Надо было сразу его закрыть, задушить и уйти. Я уже туплю, ребят, сори. Ну, сам себе, ну, не удается контент записать. Сам себе руиню игры. Я уже пытаюсь этот билд записать, наверное, игр 5. И все игры отыгрываю идеально, в этой игре идеально, что... Ну, в этой игре я вообще отвратительно отыгрываю, но в этой игре реально это собрать, потому что хорошая позиция идет с ребят. Так что сам себе руиню контент, ребят, ну, сорян. Но надеюсь, катка будет до лейт-гейма, чтобы был интерес, поэтому сорян за мой геймплей, заранее извиняюсь, потому что я, видимо, уже подустал, не взвешиваю ни хрена ситуации. Но игра идет, тем не менее... Почти есть солбустер, 30-я минута, все очень плохо по билдам. Алхимик тут, 100%. Потма, потма изи ваншотится сразу. Бэкстеп, трек, догон. Че, алхимика зацепить бы. Воу-воу-воу, цепаню. Умрешь ты тут отсюда никуда не денешься. О, да серьезно. Чисто крыса на пудже. Максимально пропилить. Да. Айс. Вот так вот. Не спасайте тех, в ком не уверены. Держите в курсе. Залог успеха, между прочим. Лего сейчас там на инвокер нап... А, не нападет. Инвокер, кстати, молодец, хорошо кастует в этой катке. Сейчас диспульс такой коварный. Так, ну почти солбустер. Инвокер таки попался там. Хорошо. Тушить. Чем есть 60 секунд? Хорошо. Не очень хочется прыгать, если честно, туда. Опять сфижу же. Тут что-то страшно уже. Опа, иди сюда, дружок. Отлично. Эмист идет, сбить дагер. А я опять сфидил, да? А шо ж такое-то, а? Шо ж такое-то? Легионы ваши. Вот опять-таки прыгнул, зафидил, ребят. Надо линку еще делать. Хитрый чемист. Так, ну у тебя есть все шансы уйти. Гоуст нажать, да и грамм уйти. Ой-ой-ой.
Запутался в контроле, это называется. Да из пульса по КД. Забавно. Что у нас по фит-конторе? А я еще, кстати, немного нафидел ребят в такой игре. Посмотрите, 11 на 7 и 17 ассистов. Отличное соотношение ассистов, кстати. Шейн Уокер туда пошел. Уокер пошел, сдох. Так, ну почти есть Октарин. БКБ Чемис сделал, молодец. Хочет выиграть, очень хочет выиграть. Очень хочет выиграть. Даже БКБ купил. Так. 1000 до Октарина и молния. Очень-очень-очень долго, ребят, все фармим. Ну, сами видите, умираю. Фит по КД. Того убили, там зацепили, чисто на разменах. Не хватает какого-то у меня отсейва. Можно было там глиммер сделать, знаете, такое, но как бы билд не такой. Сейчас, мне кажется, БХ будет умирать. Оба тут в помойку. Хватит с ним ходить. Чемис леса колотит. Но он будет под БКБХ играть теперь. В данной стадии. Bounty Hunter догоновый, кстати. Это, в принципе, в этой катке актуально. Фаст его урон. Настоящий, тупо. Чё там? Ты фармит, пацан. Ну, рядом все, кстати. Хорошо. 2500 имеем. Ща, вот эти крипы. Октарин. Линка тут очень нужна. А я тут свои билды делаю. Тут линка нужна, а я свои билды все делаю. Наркоман на Азесе. О, там иллюзия. Так, есть. Нету ТПшки. Акс цепанет, если не цепляет. ПКБшку уже будет. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Под БКБ убили. Главное, когами закрыл. И все. И до свидания. Опа. Подсейвливаю. Стой. Хорош. Там большой легион бегает. Когами откину. Не откинул. Хорош. Ля, что за игры у нас тут? Что за игра, эй? Пацаны, что за игра? Что дота, походу. Когами хотел откинуть. Так, ну молнию надо. Молнию. Чё по СТ? 6-100, маленький СТ. Чё по слотам у Клока? Тоже маленькие слоты. Блин, а что сделать, ребят? Что сделать? Чё могу делаю, ребят, в данной игре, потому что игра очень динамичная и агрессивная. Оппоненты не лохи. Можно выразиться так. Гомит. Оппоненты не лохи. Опа, домой. Огур. Я ему открыл проход. Ну, Ахевич знает, что делать. Подстиливать. Хорошо. О, Гандариус. Гандариус. Отойти. Не, какой пуш, тут надо уходить. Бэк. Ахевича продаем. Б. Продаем Ахевича, ребят. Вы че? Заказ у мадам, там вон еще раз нажали. Но сейчас это если я прыгну, типа это GG. Нет, надо было прыгать. Все-таки. Боже, ну вот нет, надо просто уйти. Нет, надо уйти, просто уйти, и все. Уйти. Инвокер, зачем ты играешься? Б, не играйся с ними, уйди просто, и все. КУВРВ и побежал на базу. Все. Все, там, я просто вот на развороте уже в таких моментах, когда мы в меньшинстве, уже маловероятно, что хочется играться. Вот. Инвокер, ну зачем выпендривался, непонятно.
парнишка на Вокере. Хорошо. Зачем выпендриваться там? Просто ушли все и все. Просто ушли. Там не нужно драться. Вот Рипера, когда он давал, да, моя ошибка. Нужно было прыгать. А так нет. Там Рошан, да? Рошан, походу. Рошан. А, нет, показалось. Оу, это Чемист. Круто ты попал на ТВ. Йоу, ты серьезно меня собрался убивать? Пошел ты. Просто пошел ты. Чемисты бахнули там. Так, на меду крипов заберем. Почти у меня есть молния. Но тут будет жестко. Это... В этой игре прям жестко. С молнией будет залетать. И нужна линка прям жестко. Жестко. Жестко линка нужна, пацаны. А у БКБшка, блин. Рипера в БКБ нет смысла давать. Надо будет тогда передамажить. Хорош. О, Ахевич поймали. Я очень далеко. Я жду артефакт свой. Найс. Ну, очень опасная ситуация тем, что можно сейчас тут так встрять. Как бы я мне нажался, я немного не понимаю. Я пятиминутку типа поймал. Хлопы бы немножко. А вот она. Опа. Хорош. Жанчик. Вот этот БК, БХ догоновый чисто все стилит. Ну люто. Люто. Я еще как-то прожил, столько дэмэджа впитал. Столько дэмэджа впитал. Криса. Урну кинули. Можно я ее застилю? Чтобы урну дать, братан. Стил не напрасен. Хорошо. Наконец-то. Ну, лютая, лютая, тяжелая, ребят, игра. Потненько. 41 минута пота, на самом деле. Я, если честно, поднапрягаюсь немного в игре, потому что... Поднапрягаюсь. Ласт Аганим остается. И, конечно же, линка нужна, ребят. И сейчас будем прыгать наглую молнию. Дыщ-дыщ-дыщ-дыщ. Пах-пах-пах. Молнию. Хеминг байбек. Да, вот вард стоит. Вард стоит. Ну, если что, молнию накидываем, БМ нажимаем. И отходим. Реген хороший будет. Заказу, мадам. Испугался. Рапировал химик. Вместо урны закинем тогда. Урну, если что, продадим. Дай, отойди. Оп, хорош. Иди сюда. Заказ у мадам.
Как же не бояться, рапиру отобрали у химика. Зацеперы. Руферы, зацеперы. Ждем. Ждем хукшота. Хорош, поехала. Найс, только рапирку дали. Иди сюда, бро. Иди сюда. Уф, щит. Оп-хей, ла-ла-ла-лей, знаете такое? Чуть не убился, называется. Ну, ГГ. Я не знаю, на самом деле... Тут как бы по билду не было особого импакта. Но, блин, катка жесткая. Катка жесткая получилась. 29 ассистов. Очень жестко. Рапиру забрали, конечно, это хорошо. Кстати, не могу разобрать чужую рапиру. Интересно, есть какой-нибудь регенчик тут? Можно БМ продать и вместо БМ еще что-нибудь докупить. Опа, нет, ГБ. Тревел возьмем. О, ракетами на топ подстреливать. Алхимик своим мувом сейчас, кстати. Он и тащит, он тащит эту игру, и он этим мувом подслил, что я зацепил его сейчас. Подубили его. Так что есть немножко грешок. Гомон шарт купим. Эндвокер доламывает трон. Так, 3 секунды. Хорошо. Надо хороший файт провести, кстати. Че, не хотят пацаны дефиться? Дефиться пацаны не хотят, походу, да? Дефиться пацаны не хотят. По пешочкам погнали. Химик, да, молодец. Он хорошо сыграл. Рили. Чувствуется. МКБ. Так, муншарт берем. Вот такой вот билд. Гоу. Так, ну что, гоу. Есть у меня молния. Молния, БМ, муншарт. Кажется, он на Рошане. Я алхимика, по идее, соло убиваю. А, он на низу, да? Да, у него там артефактов нет, у них. Килл любого, в принципе, могу. Легиона тоже могу, изи. Жесть. Тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык. 30 ассистов слишком много, согласитесь. 18 секунд. Блин, с Октарином быстро кдешится. Ультимы. Химик сейчас в спину будет заходить. Все, химика закрой, мне кажется, я его описию. Ребята там дерутся. GG. GG. Блин, я не знаю, ребят. На самом деле в этой катке не было такого особого профита от этого билда, честно. Но катка сама по себе потненькая вышла.